Власне, виходить прямо і ровно. У нас тут неприятности с мюрдьяблем, ну, с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, а иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на большой земле. Как после захода солнца нападают, так и днем. Наш-то не только на рыбаков охотится, но и на воинов. Их тела потом море выбрасывает, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны. Странно. Есть какие-нибудь свидетели? Рюрик, мой ученик, был в лодке, на которую мюрдьяблин напали. Есть еще Туве, у которой убили мужа. Она живет здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Я принимаю заказ. С утопцами я уже не раз имел дело. Скоро все будет кончено. Вот тебе мое слово. Ты Рюрик? Я слышал, ты был в лодке, на которую напали утопцы. Да, вместе с Ульфом, моим двоюродным братом. Мы собирали ловушки для крабов около скал Кьерок. Ульф потянул за веревку. Тяжело ему было, я уже решил, что там полная клетка, что хороший улов. Тогда что-то рвануло веревку снизу. Всего миг, и Ульф был уже под водой. Я звал его. Раз, другой, третий. Вдруг вода стала красной от крови и разнесся ужасный запах, вроде гнилья. Только хуже. Когда утопцы перевернули лодку. Я и сам не знаю, как доплыл до берега. Должно быть, Фрейя меня хранила. Или чудовища уже наелись. Спасибо за рассказ. Корыто за корытом, и тогда самые сраные смерти. Ты Туве? Мне сказали, что твоего мужа убили утопцы. Сперва море забрало у меня сына, теперь мужа. Осталась я одна. Вилли, наш сын, не вернулся слова. Муж каждый вечер ходил на скалы Кьерок высматривать его лодку. Я говорила, что ему этим жизни не вернешь. И сам, говорю, сгинешь. Слышал ведь, что там утопцы живут. Только не сиделось ему. Брал он свой старый плащ и шел. Когда он однажды ночью не вернулся, я позвала брата. Мы взяли факел и отправились его искать. Мюрдьяблин, утопцы так его изранили, что я только по этому плащу его и узнала. Я знаю, что это небольшое утешение, но обещаю, что ваша беда с утопцами скоро закончится. Будь здорова. Очередная жертва.
Этот смрад. Точно утопцы. Где-то рядом их логово. Крабы. Должно быть, об этом месте говорил Рюрик. Этот смрад. Точно утопцы. Где-то рядом их логово. Таз. Следы когтей. Длинных и широких. О, еще утопцы. Скотина! Доспеха совсем заржавевший, рассыпается в руках. Логово чудовище. Но, кажется, не утопца. Почти не тронуты, припрятаны на потом. Утопцы так не делают. Синяки на шее, раздавленная гортань. Задушили. Обломки лодки, порванные паруса, канаты. Можно сказать, морская декорация. Этот смрад, следы на телах. Должно быть логово водной бабы. У них тонкий нюх, она не вернется, пока я здесь. Хотя, если она терпит утопцев, может, достаточно будет сделать вытяжку из их желез, чтобы замаскировать мой запах.
схватить. Остается где-нибудь спрятаться и подождать. За теми шлюпками. Работа сделана, а вот доказательства. А на что мне голова дьявол? Это что за дьявол? Водная баба, старая хитрая особь. Это она источник всех ваших бед. Я много мерзости в сетях находил. Муренами ноги, скаты. Но вот такого не видал. Возьми свою награду. Ты заслужил. Спасибо. Прощай. Может,